Здравствуйте! В эфире программа «Страна Росатом». Расскажем о последних событиях атомной отрасли. Начнем с международной повестки и отправимся в Центральную Америку. Россия и Никарагуа на прошлой неделе подписали соглашение о сотрудничестве в области неэнергетического использования ядерных технологий в мирных целях. Документ подписали глава Росатома Алексей Лихачев и министр иностранных дел республики Денис Манкада. Соглашение позволит этой стране развивать проекты в сфере неэнергетических применений атомной энергии. В частности, вести совместную работу по использованию ядерных и радиационных технологий в сельском хозяйстве, медицине и научных исследованиях. Это аттитуд фратерна. Мы благодарны братской Российской Федерации за это сотрудничество, потому что Никарагуа позволит развивать эти технологии в процессе этого сотрудничества, что позволит обеспечить прогресс и политику внутреннюю для нашего народа. Еще одно международное соглашение, на этот раз на юго-востоке Азии. Росатом и Мьянма договорились о сотрудничестве в сфере ветроэнергетики. Планируется построить ветропарки с общей мощностью 172 мегаватт ветроэлектроэнергии. Это будет первый подобный источник энергии в этом многонациональном государстве. А на европейском континенте готовят к сдаче еще один энергоблок. Второй по счету блок «Беларусь АЭС» выведен на минимально контролируемый уровень мощности. Эта операция позволит приступить к заключительной части испытаний этапа физического пуска. Специалистам предстоит проверить различные измерения и оценить надежность всех систем реакторной установки. Вернемся в Россию. На прошедшей неделе в Москве состоялся форум «Композиты без границ». Главная тема этого года – перспектива отечественной отрасли композитов в условиях новых вызовов и возможностей. На выставочной площадке свою продукцию представили более 65 отечественных и зарубежных компаний, а число участников превысило 4000 человек. Один из организаторов форума – «Росатом» – ключевой производитель композитов в России. О продукции и технологических решениях композитного дивизиона «Юматекс» расскажем в нашем следующем сюжете. Строительство зданий, мостов, инженерных сооружений композитам давно нашли применение в этих сферах. Например, вот так выглядит технология ремонта несущих конструкций при помощи углеродной ленты, которая по прочности и долговечности превосходит классические материалы. Мы по технологии ремонтирования зубов, как бы это ни парадоксально, сначала чистим конструкцию, далее устанавливаем геометрию этой конструкции. После этого наносим клеевой состав, наносим углеволокно, запечатываем и защищаем сверху. Вся толщина системы не более 3-4 мм. Производится это силами 3-4 людей без применения специальной строительной техники. Широчайший опыт применения. Там эти материалы были применены при усилении Московского Кремля, Дома правительства, там, ну, порядка 1000 мостов искусственных сооружений. Этим можно усиливать, например, даже частные коттеджи. Следующая наша технология – это наплавные модульные сооружения на основе полимерных сегментов. Это также отечественная разработка, сырье полностью российское. Благодаря тому, что он весит очень мало, то есть это где-то порядка 7 килограммов, вручную можно собирать неограниченные по длине, по ширине, по высоте конструкции, которые могут выдерживать до 100, до 120 тонн. Могут использоваться для наплавных сооружений, временных переправ. Одни из главных качеств композитов – легкость в сочетании с высокой прочностью. За эти достоинства композиты стали популярны в производстве самолетов. Это уникальный самолет для нашего рынка. В настоящее время из композитов изготавливается как крыло самолета МС-21, его центроплан, также изготавливается хвост и хвостовое оперение. Также изготавливается мотогондола двигателя. Использование композитных материалов позволяет сделать самолет легче, прочнее и в конечном итоге дешевле. Наша компания презентует тормозной диск для самолета Як-130. Это углеродный композит. Это старая, добрая, отработанная технология, но которая теперь есть в том числе и у нас.
Композитные разработки «Юматекс» прошли даже испытания экологии. При устранении химического загрязнения в Усолье-Сибирском из композитного шпунта построили подземную стену, которая предотвратила выброс химикатов в реку Ангара. Шпунтовая заслонка обеспечила максимальную герметичность, а главное, материал не подвержен коррозии и не вступает в реакцию с химикатами. Мы рассказали о широком применении композитов в промышленности, а теперь расскажем о производстве товаров народного потребления. Стенд, который привлекает внимание всех проходящих. Это стенд с хоккейными клюшками. Ну что в них такого необычного, нам расскажет Анжелика. Все гонятся за легкостью и прочностью при этом. Вот, за счет этого у нас «Юматекс», наши клюшки топовые, они одни из самых легких. У меня лично вот один в один тест-топ, то есть под мой формат сделана спецзаказная российская клюшка, в которой я играю вот весь сезон уже. Что необычно вот в этих обвесах, что они дают, главное, о плюсах? Главное, они дают скорость на треке. Эти обвесы спроектированы таким образом, чтобы давать максимальную скорость и прижимную силу в поворотах. На наших обвесах соревнуются гонщики в мировом чемпионате по мотогонкам и занимают призовые места, ну и, конечно, выигрывают. Новая разработка компании – карбоновый саб-борд. Благодаря композитному исполнению борд весит менее 10 кг, что дает существенную прибавку в скорости. За прочность и легкость композиты освоены в производстве целого ряда спортивных товаров и не только их. Композиты нашли применение в производстве аксессуаров, декоративных изделий, мебели. Композиты используют в медицине и, в частности, в протезировании. Список можно продолжать долго, но главное – он все время пополняется. Не случайно, что именно «Росатом» стал лидером продвижения композитных технологий в стране. Еще в 70-х годах прошлого века атомщики первые в Советском Союзе построили предприятие по производству углеволокна. Современный уровень развития потребовал разработки новых материалов с невиданными ранее свойствами. Тогда эти новые материалы нужны были для обеспечения ядерного щита СССР. Теоретические наработки в этой области в будущем легли в основу развития. Еще в 2016 году у нового композитного дивизиона «Росатома» «Юматекс» было только 4 морально устаревших предприятия. А сегодня это полный цикл производства. От нефтепродуктов до крыла самолета. И если технологическая независимость страны в композитах уже обеспечена, то занять лидирующие позиции на мировом рынке «Росатому» еще предстоит. Мы являемся общепризнанными лидерами мировыми в ядерных технологиях, и в нашей стратегии прописана задача еще в 5 компетенций войти на таком же уровне. Список этих компетенций возглавляет композиты, и именно по этому направлению, в том числе, мы планируем войти в топ мировых производителей к 2029-2030 году. В кратком видеообзоре мы расскажем о других событиях «Росатома». На Петрозаводск «Маши» продолжается отгрузка оборудования для зарубежных атомных станций. Накануне с завода отправили коллекторы первого контура, предназначенные для комплектации парогенераторов, строящихся в Китае АЭС «Сюйдапу». 2 изделия изготовлены и отгружены. На очереди еще 6 из комплекта 8 корпусов. Смоленская АЭС с момента запуска в 1982 году выработала более 750 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Такого объема хватило бы, чтобы покрыть энергопотребности всей России примерно на 8 месяцев. Это наработанная реакторами типа РБМК-1000 низкоуглеродная электроэнергия не допустила выброса в атмосферу почти 400 миллионов тонн углекислого газа. Новые атомные ледоколы получили имена. 6-й и 7-й по счету атомоходы проекта 22-220 назовут «Камчатка» и «Сахалин». Это продолжение традиции присвоения имен из географических наименований объектов Северного морского пути. Напомним, закладка «Камчатки» запланирована на май 2024 года, а ледокола «Сахалин» на осень 2025 года. Еще 2 судна этой серии продолжают строить на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Yeah.
Перейдем к новостям из Энергодара. Запорожскую АЭС посетили представители Международного агентства по атомной энергии во главе с ее директором Рафаэлем Гросси. Это уже второй визит миссии МАГАТЭ за последний год на атомную станцию в Запорожской области. Все это время на АЭС присутствуют специалисты агентства, которые следят за текущей ситуацией на ядерных объектах. Делегации МАГАТЭ осмотрели территорию и оценили результаты работы Росатома по повышению ядерной безопасности и защищенности Запорожской АЭС. А в это время школьники из Энергодара провели весенние каникулы в соседнем атомном городе – Волгодонске. Старшеклассники посетили Ростовскую атомную станцию и машиностроительный завод «Атоммаш». В атомном городе Снежинске торжественно открыли мост. Так расшифровывается молодежное объединение снежинских талантов. Это такое общественное пространство, где можно проводить мероприятия, неформальные встречи, мозговые штурмы и различные интеллектуальные занятия. Курчатовские чтения школьников прошли на Белоярской АЭС. В этом году они приурочены к 120-летию знаменитого физика-ядерщика. По предварительной жеребьевке команды получили исследовательские темы, связанные с атомной отраслью, и в течение месяца трудились над ними. Флагманом отечественной атомной энергетики, безусловно, является Белоярская АЭС. Если раньше старшеклассники представляли индивидуальные доклады, то в этом году впервые проекты у школьников были командные. Мы победили, потому что школа Росатома – это круто! В начале выпуска мы рассказали о новых проектах Росатома в Америке, Азии и Европе. Пробежали по всему миру, но географически. А теперь расскажем о пробеге в прямом смысле этого слова. Российские и египетские строители атомной станции Эль-Дабаа в свой выходной устроили спортивный забег. Соревнования проходили на территории городка рабочих. По итогам эстафеты всех участников наградили медалями. Много позитива, много настроения. Все вообще здесь большие молодцы, кто занимается спортом. Я только за спорт. И вообще эти соревнования очень на достойном уровне поставлены здесь. Честно, волнение было сложно преодолеть, несмотря на такой настрой, что это такой спортивный интерес. Это очень классное событие. Вся команда была очень рада поучаствовать. Это здорово. Кстати, скоро у коллег работы прибавится, потому что на прошедшей неделе была получена лицензия на возведение третьего энергоблока АЭС Эль-Дабаа, а значит, в ближайшее время начнется его строительство. А далее в программе рубрика «Семья Росатом». Атомная промышленность – это высокие технологии и достижения, которыми гордится вся Россия. А главное – люди, которые все это создают. Это большая дружная семья. О поддержке, взаимопомощи и добрых проявлениях души атомщиков – наша новая рубрика «Семья Росатом». Илья Скуратов – инженер в третьем поколении. Он работает на машиностроительном заводе «Элимаш» и контролирует соблюдение технологии при изготовлении ядерного топлива. Наша работа, чем интересна, что это не рутина. Это живой процесс, всегда органический, всегда он развит. Да, мы сидим на рабочем месте, да, компьютер, стул, но большую часть своего времени мы, так называемый, это проводим в очаге. То есть это непосредственно в производстве, ходишь, решаешь задачи, которые возникают, так или иначе, нюансы, споры. Какие-то вопросы, связанные непосредственно с технологией и качеством. Илья – выпускник Московского энергетического института. На «Элимаше» работает седьмой год. Начинал в отделе главного конструктора, позже перевелся в цех по изготовлению ТВС и ТВЛов. Сегодня наш герой сравнивает свою работу с деятельностью детектива. Неоднократно уже замечал, ставит задачу, даже не знаешь, с чего начать, приступить. Потихонечку, как клубок, начинаешь раскручивать это. Идешь, расследуешь, расследуешь, по шагам постепенно картина становится все яснее, вопрос решается. Через полгода такой же вопрос возникает, ну, момент, скажем так, в разы быстрее находится, потому что я уже с этим столкнулся, приобрел необходимый опыт. Тем самым, то есть, хватая по крупице, ты становишься как-то выше над собой, более как специалист, во-первых, даже не столько востребованным, а ты чувствуешь себя уже увереннее.
Свой портфель знаний и опыта Илья пополняет в ежедневном режиме, так как машиностроительный завод в Электростали – это крупнейший в мире производитель ядерного топлива. Здесь изготавливают серийные ТВЭЛы для водоводяных и быстрых реакторов в России и за рубежом и штучные экземпляры ТВС для исследовательских реакторных установок. Я повторюсь, это не рутинная работа. В плане технолога самое важное – это выполнять ее качественно. В плане производства – это все-таки выполнять ее в срок. И вот, наверное, вот этим связующим звеном и приходится внутри себя быть, то есть и бороться и за количество, но чтобы это количество не противоречило качеству. То есть никому не нужно там 1000 забракованных ТВЭЛов, нужно 1000, но годных ТВЭЛов. Поэтому производство всегда работает руками, а технологи работают по документам. И это все должно работать вместе в симбиоте в таком. Есть определенный план конец месяца, когда это нужно сделать. Поэтому подключаешь себе какие-то вот эти внутренние резервы, тебя это заставляет как раз двигаться, ты начинаешь звонить людям, которые помогут разобраться с вопросом, узнавать, как-то поднимать архивы документов, также какими-то ресурсами пользоваться другими, где-то экспериментировать, может быть, даже рискнуть. Но результат нужно достичь все равно положительный и в довольно-таки сжатые сроки, потому что нас ждать никто не будет. Илья живет по принципу «бери и делай». И если результат отрицательный, то это только повод проанализировать ситуацию, сделать выводы и попробовать еще раз. Нашему герою нет и 30, но он точно знает, кем станет в будущем. Я себя вижу вот в этом там, 5-10 лет. Не буду привязываться к должностям, грамотным человеком, специалистом, который делает свою работу и получает от этого удовольствие. Не просто он пришел, там 8 часов на работе там, отсидел, а именно пришел, отработал, прожил ее, добился какого-то положительного эффекта, результата, осязаемого, и спокойно пошел домой к семье к своей. Ну, естественно, мне бы хотелось, чтобы я не был далек от людей. Мы не работаем просто с каким-то железом. Мы работаем как с железом, так и с людьми. Значит, что нужно быть человеком тем, который тебя уважают люди. Причем вне зависимости, рабочий это, либо там руководящий состав какой-то. Я не воспринимаю этот завод как какую-то контору неизвестного мне человека. Я все-таки воспринимаю это, наверное, уже мое такое родное личное. Потому что когда работает там твой отец уже здесь, ты должен себя зарекомендовать лучше. Ты не можешь себе позволить расслабиться, потому что ты подставишь не только себя, но, скажем так, это своего родственника. Поэтому нас всегда приветствовалась именно сменность поколений, как на предприятии, так в моем подразделении в частности. И это, я считаю, помогает тем, что ты вместе делаешь одно общее дело. Вот так берем, и вчера мы их залили, вот, они немножко сегодня остыли, угу. И вот доливаем, чтобы уже было готово к употреблению. 800 блиндажных свечей, 300 пар шерстяных носков и еще 3 тонны необходимых вещей и продуктов. Таков вклад ветеранов Кольской АЭС и волонтеров города Полярные Зори в очередной сбор для военнослужащих на Донбассе. Ну, у нас ветеранская организация еще проходит также и сбор денежных средств. Буквально вот завтра планирую отнести их в администрацию. Там тоже уже более 50 тысяч. Посильный вклад ветеранов. Кто-то перечислил деньги, кто-то вложился своим трудом. Каждый помогал тем, чем мог, трудясь в одиночку или в дружной компании. В каждую коробку с едой, батарейками, фонариками, рациями, теплыми вещами и носками вложили открытку с душевными словами поддержки. Мы шлем тебе привет. Знай, боец, что в мыслях мы всегда с тобою. Посылаем теплые носки, связанные женской рукою. Знаем, от носочков будет толк. Хорошо в тепло ногами окунуться. Береги себя, родной, и исполняй свой долг. Ждем тебя, боец. Ты должен к нам вернуться. Здорово, прям просто хочется. Десять печей буржуек изготовили студенты Десногорского энергетического колледжа для жителей Запорожской области в рамках марафона «Росатом вместе с Энергодаром». Инициатива родилась у самих ребят, а воплотить ее в жизнь помогли преподаватели учебного заведения и работники Смоленской АЭС.
Администрация Смоленской атомной станции профинансировала нам это мероприятие, нам купили металл. Организация «Смоленский энергоремонт» помогли подготовить металл к работе. И затем уже здесь, в наших мастерских, под руководством мастеров производственного обучения, ребята приступили к сварке изделий. Получилось у нас замечательно. Работа эта сложная, физически тяжелая, но ребята не жаловались на усталость. То есть они оставались после занятий, приходили в любое время, когда им было назначено. Я доволен, что изготовил эти печи. Очень рад помочь нашим ребятам.